так вот. Идешь к набережной. И над тобой висят такие вот колечки. Приятно? Ну да. Город Ялта. 26-е. Поздний вечер. Поздний вечер в Соренто. Зеленый город счастья. Ну все, все светится буквально. Время 10:30 уже. А фонтан работает на набережной. Циклы какие. Мама дорогая, таких и не видел. Съемка на ваш фотоаппарат 300-100 рублей. Садишься, 300-ки отдал. Видите, как красиво. Да. Das ist fantastisch. Куда они идут, а музыка? Охота погулять, конечно, но уже сил нету. Пойду домой. Все, ставил все силы на горе. Завтра скину, сейчас я дома оформлю. Сейчас живу, Wi-Fi там нету. Какие переходы у них. Троллейбусы у них хорошие. Длинные, красивые. Вот просто вокруг деревьев простая обычная. Скамеечки. И нормально. Я иду где-то в центре. Надо сходить как-то в новый парк. На Садовых, что ли, он у них. Никто, кроме нас. Десантура. На набережной такой шум, гам, а вот куда-то я в сторону отошел. От набережной. И такая тишина здесь. Аист какой. Черный какой-то. Коричневый. Темно на улице.
Крылья какие. Сейчас у девчонок спросил, это и есть парк на Садовой, который отгрохали по весне. Я что-то смотрю, знакомая плитка. Заблудился я, короче. Заблудился я в лесу. Назад иду. Шел туда, по этому парку. А мне сказали, ты не туда вообще идешь. Ну да ладно. Я так понимаю, это администрация. Как вы думаете, что это? Ялтинский городской совет Республики Крым. Я сначала думал, что это дворец культуры, где музыканты съезжаются, поют.